отель Art Residence. Здесь проживает наша команда Алматы Джетс из Казахстана. Сейчас мы зайдем внутрь и покажем вам все, что там происходит и как команда живет. Все покажем. Че, пацаны, как завтра? Че, пацаны, че опаздываем на завтрак? Команда уже завтракает. Алматы Джетс, Казахстан команда. Аккуратно оформлена. Дизайн супер. Там все обустроено. Все аккуратно, все чисто. Сами игроки. В каждой комнате по два человека живет. Че, пацаны, что скажете? Ничего, кайф. Да. Хорошая организация. Вот капитан команды. Что можешь сказать по поводу игры вчерашней? Я думаю, плохо, но мы лучше сыграли эту игру. Сегодня вы со мной играете? Чё? Как думаешь, выиграете? Да, может быть. Вот ребята уже наготове. Чё там, ребята готовы к игре? Да, конечно. Чё, выиграете? Конечно. Сколько забьешь? Я? Да. Или ты защитник? Я помню. А ты? Нападающий. Че, сколько забьешь сегодня? 1 или 2. Что там, ребят, что делаем? Играем. В телефончик играем? Да. Ну-ка, во что играешь? В Brawl Stars. Brawl Stars. Где у меня 17к? Профик. Тот самый задрот. Ну, да, согласен. Тор, рассказывай, что как? Что делаете? Смотрим. Это же легендарная слава. Knuckle Ball. Да. Здравствуйте, меня зовут Талгат Молдубаев. Я являюсь главным тренером команды Алматы Джетс. Свою тренерскую карьеру я начинал в алматинском клубе Алаш. Что хочу сказать про данный турнир АФЛ. Он очень нам понравился. Мы были здесь весной, и поэтому мы не упустили шанс приехать в Ташкент, в солнечный Ташкент. И осенью, и дальше будем продолжать, так как организация, профессиональный подход на высоком уровне. Поэтому я думаю, это замечательный турнир и советую всем участвовать здесь. Как мы собираемся на игру, гетры, щитки, один комплект формы, потом самое главное орудие футболиста, конечно же, бутсы. И самое главное это взять дождевик, если дождь, и шапку. Всем привет, это мы, команда из Алматы, Алматы Джетс. Всем спасибо, что пригласили на этот хороший турнир. Качество, все на высшем уровне. Вот даже сейчас у нас берут интервью, все на высшем уровне. Все предоставили. Привет, мама, папа. Вот, если бы не этот турнир, мы бы тут не были сейчас. Были бы в Алмате, играли в другие турниры. Но здесь очень хорошо, что проводят в Ташкенте. Очень хороший турнир, много команд заявлены из разных стран, Таджикистан, Казахстан, Россия. Спасибо. Мама, папа, привет. Турнир очень классный, очень качественный. Мы рады, что нас пригласили на этот турнир. Привет, мама, папа. Талгат, вот можете сказать, какие цели ставить перед командой? Ну, цели всегда высокие. В прошлый раз мы дошли до финала, но, к сожалению, уступили. В этот раз
мы попали в серебряную сетку, но мы не расстраиваемся. Это опыт, и для ребят это действительно бесценный опыт участвовать в международном турнире. Именно такие турниры и придают психологическую устойчивость ребятам. И они, соответственно, могут показывать все свои навыки на данном турнире. Теперь посмотрим, как защитник одевается. Я беру обрезки, форма, комплект формы. Щитки, это обязательно, без них играть нельзя. Бутсы. Бутсы у тебя какая модель? Ну-ка, показывай. Найк. И водичку обязательно. Вот он, нападающий команды. Посмотрим, чего собирает капитан команды на игру. Капитанскую повязку. Щитки обязательно, да? Да, щитки. Дальше у нас. Бутсы у тебя какая модель? Adidas? Adidas F50. F50. Легендарные. Форму сразу, да, чтобы не переодеваться, сразу, чтобы готовым быть. Сразу экипировка сверху. Вот, все, кэп готов. Готовится к отъезду на игру.
сил в основное время. По серии пенальти выиграли. Что можешь сказать, какие у тебя эмоции? Что по игре? Все ли получалось? Все, у меня хорошая эмоция. Я думаю, мы все очень сыграли хорошо, контролировали последние 10 минут. Но не повезло с нами за завершение. Так, я думаю, хорошо сыграл, красивый воздух и красиво сыграл. Спасибо. Команда после игры, после победной игры, приехали обратно в гостиницу. Сейчас будут отдыхать. Вот Алихан, сегодня вы сыграли с Астаной. Основное время закончилось ничью. Серии пенальти вы выиграли 4-3. Что можно сказать об игре? Ну что, Астана хороший клуб. Ну как-то стыдно, мы 12-й год, они 13-й, и сыграли ничью. Но Астана тоже молодцы, хорошо играет с нами. Ну мы тоже чуть затормозили. Но я думаю, что организатор очень хороший. Прям поле тоже, газонку поменяли, когда мы в том году тоже участвовали. Сейчас смотри, вот вы вышли в серебряный финал. Завтра вы с кем будете играть? С Динамо, наверное. Что, думаешь, выиграете? Конечно. Кубок заберете? Да. Да, да. Вот, заберем, Кэп, заберем кубок. Кэп, что скажешь? Да, заберем кубок. Ребят, как эмоции? А? Как эмоции после первого аттракциона? Вообще кайфовый. Реальный гонки, как себя представляешь. Особенно если к тренерам приезжать. Вот особый кайф. Довольны? Так ужин команды проходит вот здесь, вот в Эвесе, рядом с гостиницей. Песню знаешь?
Че, ребята, как дела? Все отлично. Че там, Кэп? Че там, ребята? Че кушать? Фришка, кола. Пьем пепси. Ну-ка, что у вас тут? Картошка фри. Картошка фри, фри, сырный соус. Я вообще тысячу лет вообще не пил. Ты просто понимаешь слово.